сидеть. Голос. Апорт. Защищал страну под названием Союз Советских Социалистических Республик. И эта страна, наша Родина, которая ограничила беспредел, который творит мировой капитал по отношению к трудящемуся населению. Точно. В память об этих людях мы поем «Интернационал», хотя петь и не умеем. Пролетарии всех стран! Присоединяйтесь к нам! Вставай, проклятием заклейменный, весь мир голодных и рабов. Кипит наш разум возмущенный, и смертный бой вести готов. Весь мир насилия мы разрушим до основания, а затем мы новый мир построим. Кто был ничем, тот станет всем. Это есть наш последний и решительный бой. Интернационалом воспрянет род людской. Это есть наш последний и решительный бой. С интернационалом воспрянет род людской. Никто не даст нам избавления, ни бог, ни царь, ни герой. Добьемся мы освобождения своей собственной рукой. Чтоб сверхнуть гнет рукой умелой, отвоевать свое добро.
Сдувайте горн и куйте смело, пока железо горячо. Это есть наш последний и решительный бой с интернационалом. Воспрянет род людской. Это есть наш последний и решительный бой с интернационалом. Воспрянет род людской. Лишь мы, работники всемирной великой армии труда, владеть землей имеем право, но паразиты никогда. И если гром великий грянет над сворой псов и палачей, для нас все так же солнце станет сиять огнем своих лучей. Это есть наш последний и решительный бой с интернационалом. Воспрянет род людской. Это есть наш последний и решительный бой с интернационалом. Воспрянет род людской. Ну вот, мы на даче. Здесь, конечно, в лесу можно натолкнуться на злого лося или кабана, или провалиться в какую-то канаву. Зато нас никто не штрафует за отсутствие маски. Рабы не мы, мы не рабы. Йоу! Пусть рабы носят намордники и собаки. Точно.